Вокруха, вообще пошли, не было там ничего. Саня, Никита, он еще вчера звонил. Как там, может, знаете, что это? У него сегодня день рождения. У Санька? Да. Вот ты, ну, Бэлл на Терсе. Поздравить его, как они. Терсе он, да? Да. А, ну, тут хотел, наверное, букнуть, блин. А там связи нифига нету. Телефон то так положишь, что так, то поиск сети, то только экстренный вызов. Просто тут мы с тобой, причем с Катюхой, просто она имя, наверное, спутала. Че, ну она же это, наверное, что это? Фотка Катюха. у меня, это моя фотка. Мы с тобой вдвоем, она пишет, о, Леха мой одноклассник, Катюха передает привет. Причем тут Катюха, если это фотка у меня? Да фиг ты знает. Что, пьяна, наверное, была 2 часа ночи. Не, она не пьян. Почти. Это был именно тот день. Почти. Блин, нифига, что, 4 уже доходишь? Да. Да, не они. Кто? Они? Они не будут, а вот мамки будут. А, ничего страшного. Уже все равно так пизды получим. Да что? Нет. На, вот кто? Того стоит. Как нам тут было трудно, как было плохо, тяжело. Какие же мы бедные страдались все. Не, ну мама этого, может, и не скажет. Но то, что ты наклюкалась, что такая дикая собака, вот это, возможно, скажет. Но то, что трудно было, она ничего не скажет. Скажет, у тебя туда и совести нет, ты там бухаешь без меня, вот это возможно. Такое ощущение, как будто тенями розовыми себе веки красишь. Водка такая. Водка такая, понятно. Водки намешала. Вот очень контраст такой. Глаза зеленые, а тут все розовое. А никакие у меня зеленые, не зеленые. Это сейчас зеленые. Сейчас зеленые? Да, поверь мне. Тебе вон в зеркало стоит.